Здравствуйте. Добрый всем день. Граждане Вятско-Полянского района, пользуйтесь, пожалуйста, услугами электронной связи. Видите, как удобно. Вот как бы я только что позвонил в Вятско-Полянский районный суд. Вижу, вы познакомитесь как бы с этим звонком. А на данный момент я вот прошу, как бы это... Я уже не успеваю попасть на суд, поэтому как бы пользуюсь услугами электронной связи и просто обращаю внимание всех заинтересованных лиц на то, что мой отзыв на заявление в мой адрес, исковое заявление в мой адрес Крапивной ГБ только что отправлен в распоряжение суда. Вот я показываю, вот как раз у меня как папка отправлена и включена. И вот само письмо. Подтверждение пока еще не пришло вроде бы. Да, еще не пришло. Ну, видно, как мне сказали, программисты у них пока нет на месте. Как появится, то появится. Но я надеюсь, как бы, что до завтрашнего дня, рассмотрение дела в суде завтра уже в 9:00, они получат мой отзыв. Ну и очень надеюсь, как бы, что мошенничество со стороны суда на этот раз уже не будет. Спасибо. Здравствуйте. Это Вятско-Полянский районный суд, да? Это Сгонов Владимир вас беспокоит. Я только что послал вам электронной почтой как бы отзыв на заявление Крапивиной. Вы мне можете подтвердить получение? Истец Крапивина, ответчик Сгонов. Вот это я. А, Минина. Хорошо. Здравствуйте. Вас беспокоит Сгонов Владимир. Я по иску Крапивиной ко мне. Я отправил отзыв, как бы вот только что по электронной почте на ваш, ну, на адрес суда. Вы мне получение подтвердить можете? Ну хорошо, тогда судье скажите, чтобы у нас рассмотрение назначено на завтра, я никак не успеваю, я поэтому по электронке вам отправил сейчас, в течение сегодня или завтра утром отправлю факсом это же, а потом пришлю как бы это письменно, хорошо? Передайте, пожалуйста. Ни в коем случае ничего не производить, там незаконные как бы, там мошеннические требования. Вот. Ну, ознакомитесь и увидите. Хорошо? Угу. Спасибо.